Привет всем, друзья! В этом видео я разберу пирамиду Маслоу и объясню, почему люди занимаются тем, чем занимаются. Вообще в мире вот есть две самые важные пирамиды. Это пирамида Маслоу и пирамида Дилтса. Если вы вообще не слышали об этих пирамидах, вы обязаны полностью разобрать эти пирамиды, потому что, я не знаю, это основа основ жизни. Вот в школе эти пирамиды вообще не изучают, а это самые-самые важные пирамиды, и вы обязательно их должны изучить. Также это видео для тех людей, которые не понимают, почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Почему я втихаря не клепаю деньги, почему я несу пользу, почему я могу делать много вещей бесплатно. Это очень важно. А вся фишка в том, что люди не ставят себя на мое место. И вообще не ставят себя на место других людей. Поэтому они не могут понять. Они думают, вот, что все упирается в деньги, что нужно втихаря сидеть зарабатывать деньги. Так что, ребята, обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, перед вами пирамида Маслоу. Есть много вариантов вот этой пирамиды. Сейчас уже говорят, что эта пирамида не работает. Да, что в наше время эта пирамида не работает. Я объясню, почему. Смотрите, я выбрал для себя такой вот вариант. Есть три основных блока. Это базисные потребности, потребности в контакты и потребности в развитии. Итак, первый блок, там две ступени, базисные потребности. Физиологические потребности и потребности в безопасности. Да? Это еда, там вода, деньги, стабильность, защищенность. Следующий блок – это потребности в контакты. То есть в чем суть? Да, что если человек закрыл первые две ступени, да, он переходит выше. Потом потребность в контакте, это любовь, там, забота, поддержка, исследование. Если он закрывает вот второй блок, следующие три ступени, он переходит к развитию, к путешествиям, к красоте. Видите, шестую, седьмую ступень, да? Но я бы сказал, седьмая ступень – это вклад. Вот человек несет пользу. Почему? Потому что он уже закрыл первые, да, два блока. Чем ему еще заниматься? Но сейчас говорят, что эта пирамида не работает, да, она была очень давно придумана. И сейчас, да, человек может заниматься развитием, да, в любое время. Если даже у человека нет денег, он все равно может заниматься там саморазвитием. Да, если у человека нет любви, он все равно стремиться, например, к путешествиям, да, поэтому он может перепрыгивать. Но суть не в этом. Суть видео в том, чтобы показать вам, почему люди занимаются тем, чем занимаются. Почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Итак, смотрите, первая ступень. Первая ступень – физиологические потребности. Потребности безопасности. Давайте назовем это деньги, да. То есть я закрыл эту потребность, понимаете? У меня есть защищенность, стабильность. У меня есть пассивный доход. У меня есть пища, вода, я закрыл эти ступени. Дальше я закрыл второй блок. У меня есть поддержка. У меня есть сотрудничество, привязанность, у меня есть любовь. У меня все это есть. Шестая ступень. Путешествия, посещение музеев, вот вы видите, красота. У меня тоже все это есть. И да, я могу наслаждаться жизнью. Чем мне еще заниматься, понимаете? Если вы закрываете все эти ступени, чем вам еще заниматься? Вы будете нести пользу. Вы должны нести какой-то вклад, вы должны делиться с окружающими теми знаниями. Вот в чем фишка, вот и все, вот почему я этим занимаюсь. Подумайте, чем бы вы занимались, если бы у вас было бы абсолютно все. Вот у вас есть все деньги, вот вам не нужно ходить на работу, не нужно. Все, смотрите, у вас освобождается целый день. Вот чем бы вы занимались? Хорошо, вы скажете, я бы путешествовал. Хорошо, прошло там 5 лет. Вы за 5 лет можете весь мир объездить. У вас есть все деньги, да? Вы объездили весь мир за 5 лет. Все. Вы уже все увидели. Хорошо, скажите вы, я бы коллекционировал машины, там, самолеты, яхты. Вот вы все это купили, к примеру. Купили самые дорогие машины. Вот у вас это все есть. Чем вам заниматься? Понимаете? Вы хотите что-то создавать. Вам надоест путешествовать. Покупать дорогие вещи. Вам это надоест. Вы должны что-то делать. Человек должен что-то создавать. Поэтому вы будете отдавать. Вы будете там заниматься благотворительностью, вы будете создавать какие-то организации, которые меняют мир, понимаете? Вот почему вы будете этим заниматься. Но сейчас, когда у вас потребность в деньгах, вы не понимаете, да, почему люди, они что, сумасшедшие? Почему они работают бесплатно? Зачем им это надо? Да потому что у них все это есть. И поймите, намного интереснее нести людям пользу, чем втихаря сидеть и зарабатывать деньги. Намного интереснее. Вот когда у вас будут деньги, вы поймете, что делиться с кем-то, нести пользу людям,
Это самое лучшее, что может быть. Это самое крутое, потому что ты получаешь поддержку, ты получаешь отдачу, и тебе хочется делать это еще и еще. Понимаете, в чем суть? Раньше у человека не было тех возможностей, которые у него есть сейчас. Поэтому вы сейчас можете перепрыгивать, понимаете? Вы можете заниматься всем, чем захотите. Вы можете развиваться и зарабатывать. Все можно сейчас делать. Сейчас можно зарабатывать в интернете. Раньше такого не было. Раньше не было такой возможности. Открываешь коробочку и делаешь там деньги. В любой точке мира. Раньше такого не было, понимаете? Сейчас все возможно. Открываешь коробочку, вводишь там что-то и получаешь информацию. Вы представляете? Какой, блин, технологией мы сейчас владеем? Вы можете прочесть все, что вы захотите. Вы можете посмотреть все, что вы захотите. Вам только нужен доступ в интернет. И все. Вот какие у нас сейчас возможности, поэтому развивайтесь. И вот я считаю, что каждый человек должен стремиться к 7-й ступени. Вы должны все пройти и стремиться к 7-й ступени. Вы должны отдавать, вы должны нести пользу. 7-я ступень – это вклад. И представляете, если бы каждый человек стремился к 7-й ступени, как бы мы улучшили мир? А в 7-й ступени, ребята, только плюсы. Реально, только плюсы, там нет минусов. Вот почему богатые занимаются там крупной благотворительностью. Вот почему они бесплатно там выступают на каких-то семинарах. Они несут пользу. Почему? Да потому что это круто. Они получают большое от этого удовольствие. Плюс они улучшают свою репутацию. Да, если ты занимаешься благотворительностью, репутация твоя растет. Если там какие-то звезды поехали в Африку, открыли какой-то там приют для детей, репутация их растет. Им от этого лучше. Люди их любят. И им хорошо, и людям хорошо, и детям в Африке хорошо, да всем хорошо. Понимаете, все выигрывают, все должны стремиться к 7-й ступени. И вот в наше время реально каждый может нести пользу. Каждый может быть на всех ступенях одновременно. Он может работать на работе, зарабатывать деньги, потом он может быть на 7-й ступени, заниматься благотворительностью, потом он может там развиваться, читать какие-то книги, искать что-то полезное в интернете, заниматься своим любимым делом. Например, вот исследовать что-то, да, быть во втором блоке. Он может искать любовь, он может кому-то бесплатно помогать, кого-то учить бесплатно в свободное время. Вот как сейчас устроен мир. Так что каждый из вас должен стремиться к отдаче. Каждый из вас должен нести вклад. Иначе какой смысл жить? Зачем жить? Вот просто зарабатывать деньги, покупать себе что-то на эти деньги и все. Какой в этом смысл? Это полная деградация. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Я считаю, что это видео было очень полезным. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями. Если вы родитель, покажите эту пирамиду своим детям. Научите этому своего ребенка. Это вот основа основ. Каждый из вас должен понять, какие плюсы в 7-й ступени. Сколько там полезного. И 7-я ступень несет счастье. Вы там будете полностью счастливы. Ни одна ступень не несет столько счастья, как 7-я ступень. Поверьте, когда вы от людей принимаете, да, вот отдачу, поддержку вы получаете. Вот это очень важно. Когда вы понимаете, что вы как-то можете изменить этот мир, что вы как-то можете кому-то помочь. Это очень важно. Вот там вы будете счастливы на все 100%. Итак, друзья, что вам нужно сейчас делать, это подписаться на мой инстаграм. Смотрите только пользу, смотрите только интересное, полезное, учитесь, развивайтесь. Мыслите позитивно, это очень важно. Подписывайтесь на все остальные мои каналы, все ссылки в описании. У меня только полезные каналы, только польза, только обучение, только развитие, только удача, только успех. Блин, это моя философия. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую. Пока.